Людвиг ван Бетховен и латиноамериканские ритмы в одном концерте. Херардо Эстрада Мартинес, венесуэльский дирижер и композитор, дал один в Беларуси концерт для могилевской публики. У лику слухачев были и наши корреспонденты. Херардо Эстрада Мартинес – давний сябра Могилёва и, в приватности, городской капеллы. Несколько месяцев тому он завершил дипломатичную працу в Беларуси, теперь, каже, мае больше часу для творчести. Все это время работали в Португалии, в Испании, много проектов, много концертов есть, много всего. И в этом году уже много концертов во всем мире. И это здорово, и считаю, что результаты видны, что есть больше времени для этого. Концерт складывается со святочной увертюры Брамса, бразильской Бахианы и знакомитой симфонии номер 5 Бетховена. Такий горячий музычный коктейль с классики почуешь нечасто. Невозможно устоять под эту музыку. Под любую латиноамериканскую музыку ни один человек не сможет устоять. Это ритмы, она классическая, но под нее тело двигается. Я стою на сцене, я не могу устоять, мне нужно обязательно двигаться. И я думаю, что белорусский наш слушатель тоже обязательно это почувствует, улавливает эти настроения, эти ритмы. Ножка будет топать, точно. Дарэчы, маэстро наведаў Беларусь менавіта дзеля гэтага концерта и амаль адразу ж ад'язджае на концерт у Польшчы. Але з Магілёвым не развітваецца. Ужо улетку Херардо Эстрада прыме ўдзел у закрыцці музычнага сезона разам з магілёўскай капелай. Татьяна Дмитриева, Виталь Алексеенко, новини региона.